В Одессе с третьей попытки начался суд над активистом Евромайдана Сергеем Хадияком, причастным к прошлогодней майской трагедии. Его обвиняют в убийствах нескольких сторонников федерализации у Дома профсоюзов. По данным Генпрокуратуры, он прицельно стрелял по ним из охотничьего ружья, заряженного картечью. При этом Хадияк до сих пор находится на свободе. Украинское гособвинение не видит причин держать его под стражей. А вот представители антимайдана, 10 человек, которых тоже пытаются привлечь к ответственности, все это время сидят в СИЗО. В зал суда не пришли родственники погибших и пострадавших, запуганные соратниками радикала. Во время предыдущих заседаний, которые заканчивались едва начавшись, в их адрес звучали проклятия и угрозы вплоть до расправы. Напомню, только по официальным данным, жертвами экстремистов, напавших на активистов Куликова поля, стали 48 человек, свыше 200 пострадали.